Сегодня у нас 20 января 2018 года, суббота. Вчера было у нас крещение, отмечали. Такой насыщенный день был. Прямо все здесь богослужение прошло, водосвятие. Потом братья пошли, где крестный ход был. Мы во главе с митрополитом Сергием Иванником и прочее это. У меня на днях разговор был с братом Никитой Колесниковым. Он приходит с работы, и нету его. Я Володю спрашиваю, проходит какое-то время, думаю, дрова колет. Нет. Он к Надежде Васильевне ушел. А зачем? Ну, он там занимается. Так у него планшет там, да, он туда пошел. Интересно, один раз. Утром, гляжу, долго нету, опять нету. Ну, я ему тогда и выговорил. Выговорил перед самым праздником. Этого делать не надо. Я ему объясняю, ты невнимательный, и к этому это делать не надо. Ты ответь мне, зачем ты туда ходишь-то? Ну, я работаю. А что у тебя здесь не работает? Места нету. Есть этот стол твой. Володя там стоит, а я там сижу. Мы, у нас нормально все. А был этот, даже Роман, когда, и Роман, ну то место находит здесь. И идет туда к Надежде Васильевне. Тебе там не полезно. Даже вот это мне надо вам рассказывать. Почему? Ну, что-то спрашивать, не спрашивать. Я сам уже за него вопросы задаю. Не полезно во всех отношениях. Полезного тебе ничего там нету. Место есть. Зачем туда идти? Я начинаю по порядку говорить. Ты ответь на главный вопрос. Он так и не ответил. Почему ты туда ходишь, когда здесь есть место? Зачем? Он так и не ответил. Причина какая? Я ему назвал три причины, но это не главное. Там тишина. Причины, по которым он не должен там быть. Я тогда одну привожу. Ты знаешь, что мы живем, туалета здесь нет у нас в комнате? Ну да. Человеку 9-10 лет идет. Что ты спрашиваешь-то? И ты там торчишь. Ей даже сходить некуда. И сказать не может. Я говорю по делу. А бывает, что там такие вот приехали, как Рахиль. Женщина на улицу идти, 30, обещает сейчас 40 градусов мороза, да болящему-то, ну неудобно все-таки-то. Ну ты можешь-то сообразить-то, да и другое бывает. То, что один человек один, а с кем-то вот бывает и не так где-то. Так я спрашивал, почему ты туда идешь? Я отвечаю, почему ты не должен туда идти, должен здесь быть, а... Почему идешь туда? Он так и не ответил. Главный вопрос. Какие-то такие наводящие. Сейчас даже. Ты можешь сказать, Никита, почему туда уходил? Ну, там мне удобнее было. Там один скажет, в комнате. Еще он говорит, что удобнее? Да. Удобнее. Я спрашиваю женщин, а почему вы штаны надеваете-то? А так удобнее. Удобнее? Все в брюки переоделись, удобнее. А до этого было неудобно, они не знали. Другого ответа нет, так удобнее. А правильно? Правильно. По физиологическому устройству человека, то женщинам более приемлемы брюки, а мужчины юбки, как в Шотландии-то. Но так не получилось. Не получилось. По физиологии, я еще раз говорю, ей как раз это и надо. Все подтягивает, все. Если тебе там удобно. А чем удобно? Так, тишина. Объясни. Слово удобно. Расшифруй. Просто удобнее на тихоне. Ну, значит, еще и нету. Да, ничего нет. Удобно. Скрыться с глаз. Вот это удобно. Ребятишки, зачем заперлись там? Пришлось крючок отрывать. Где играет настольный теннис, они там закрылись. Закрылись дети. Зачем закрылись? Мне пришли и говорят, они там закрылись, ребятишки-то. Ну-ка, откройте. Они открыли. Так. Соблазн на крючке. Оторвать крючок. Оторвали. Зачем вы закрылись? Не знаю. Не знаю, что соврать там. В первую очередь расковыряли компот. Мешки. Сахар. Тащат. Ну и мальчишки с девчонками. Удобно. Слово удобно сегодня означает широко позволить себе делать то, чего нельзя делать. Как правило пишет Якуб Колос. Книга «На ростанях». Диакон говорит, когда протодиакон начал петь, это в возрасте, ну, картина такая у Репина, рев, зев у лупоглазия, там, он как будто бы шмель в дупле, медленно так, уже помолимся. А в конце, говорит, он уже так, как будто бы, говорит, первый раз бугай вышел весной на луг, бык когда поразует, вот так надувался, и казалось, говорит, что у него, говорит, или пуп оторвется, или сделает то, чего в храме делать нельзя.
А что он мог сделать такое? Да. Ну вот это и в старости человек может сделать то, чего сделать нельзя. Ну маленько-то смотрите. А человек другого пола, ему будет неудобно. Мне не, говорит, нежданка, то другое там. Удобно ты не можешь пояснить? Чем удобно? Стол лучше или что? Дело в том, что когда я тебя расшифровывать буду. Когда ты сидишь здесь, ну, ты сам скажешь, почему неудобно-то? Ну, скажите, Надь Тихонович. Что он говорит? Ну, скажите сами. Скажите сами. А видишь, как разговаривают? Ну, скажи. Тебе на допросе, если бы сейчас вызвал следователь где-то там, и ты знал, что за это, ты бы отвечал, а тут ты можешь покочерыжиться. А когда я отвечу, ты уже заранее заготовил, не согласен. Я сразу, у меня пример из жизни. Баба Серафима мне говорит, Вася приходит, и какой-то не такой стал Вася-то у нас. И вот у него, говорит, этот компьютер, ну, она не знает, что это интернет-то. И он там что-то смотрит. Я подхожу, он сразу выключает. Баба, тебе смотреть это нельзя. А что же такое, Вася, ты смотришь, что мне-то смотреть нельзя-то? Вася Плотников-то. Что же смотреть-то нельзя? Ну, я врач в будущем. Ну, врач, и что? Ты пошла-то, вот не забудь взять-то. Это тебе принесли? Уже забыла. А что было 10 лет назад, помнишь? Вот. Вот это самое у тебя и есть. Когда ты сидишь, занимаешься, а я хожу здесь. Я хожу здесь, мне надо сидеть, я засиживаюсь, на улицу выйду, не всегда там долго походишь где-то. У тебя это главная причина, что я вижу на экране, что есть. Вот, а другого времени у тебя нигде нет, а там удобно, где ты, с кем разговариваешь и прочее. А это тебе как раз то, что во вред. Притом во вред очень большой, долгосрочная программа страданий. А вы будете иметь скорби по плоти. А мне вас жаль. Вот так. Вы знаешь, из-за чего Галя развелась с Игорем, 7 ребятишек утащила? По телефону. Познакомился с какой-то женщиной из Беларуси и начал ей трепаться, как будто бы он не женатый. А ребятишки-то взяли его и там это все нашли у него. СМС он даже не стирал. Он мужик-то такой, простой. Ну и матери показали. А мать тут сразу и навела порядок. Я, конечно, ничего этого не знал. Игорь, зачем ты делал? Мне ничего не может сказать. Шутка обошлась очень дорого. Очень дорого. А ты не выключаешь? Выключаю. Я иногда смотрю, вот вчера смотрел, позавчера смотрел этот фильм. В это время кто-то заходит. Я человек, это не знаю кто. Я сразу переключаю на наружное наблюдение. Ну, фильм-то какой? Я смотрел, там военный там расстрел министров был. Ну, человеку это не надо. А нам постучали женщины, пришли мыть пол в храме. Открыли-то. А у меня на весь экран все видно. Я не знаю, какая реакция будет, что-то. А вы, может, что-то смотрели? Тут шум какой-то. Да, я сразу включил. Садись со мной рядом, посмотрим где-то. Мне ничего там такого-то нету. Вы, если это скрываете, Вася скрывает, что физиология человека. Я не видел, что он там, но он бабе сказал. Баба, я готовлюсь быть врачом, и поэтому у нас там показывают все органы человека. Ну и органы показал бабе в интернете. Ничего ж этого нету, баба-то такая. Но не показал. Значит, что-то другое. А другое, что вот теперь он женился. Женился, я ни разу жену не видал. Приехал, и она из дома не вышла. Он многим обязан, многим. У меня на квартире жил. И ушел, и ни слова не сказал. Ушел из церкви, женился и не показал даже, что. А что, это нечисто. Я ему заранее, когда говорил, бороду подрезаешь, может, женщина, как и нет. Все оказалось так, как я говорил. У нас ролики записаны. То вы боитесь уже, вот, как старообрядцы, боитесь записи. А почему? А вовремя остановить. Я сказал Никите, пошел. Надежда Васильевна нуждается в том, чтобы затопить печь. И ни минуты там не оставайся. Ни разговоров, ни веди ничего. Здесь не надо там. Там ей не надо ей. Ей вообще не о чем говорить. Надо молиться. Она не может. А на это время хватает. Ты помнишь, приезжали здесь с Украины. Мы их приняли. Они у нас были. Они бежали, как беженцы. Какие они беженцы? Мне написал Борис Пивень. Это Валентина Пивень. И говорит, в Киеве продать квартиру и проще, это несколько миллионов. Я правильно говорю, нет? Да, дорогие очень там жилье. Он мне это сказал. Какие это беженцы? Кого вы принимаете? Вы сами посмотрите маленько-то. А я тут, ну, что только можно было, тут все уже, где они там остановились и...
растеребил там, все растеребил. Я ничего не знаю. И по сегодняшний день знать-то не хочу. Они говорят так. Но когда стали делать запись, они как взгомозились здесь, ни под каким видом, и нельзя. Они не хотели записываться, но зашли. Я стал расспрашивать. Оказывается, они работали в таких-таких органах, которые сейчас на Украине не в почете. И чтобы родственникам чего не было. А потом оказалось, ничего и нету. Наговорили на них, никто их не преследовал. Не преследовал. Это абсолютно точно. То есть, была неправда. И они тут пошли, тут в виде беженцев, то другое. А этот Борис Пивень, он разложил, я его сразу понял, что надо тут быть поосторожнее. Нам крепко упрекнули в этом. А другие, я не могу, у меня муж работает в ополчении врачом. Ну и что? Да врач работает, хоть где спасает, хоть кого. Разницы-то никакой нет для врача. Он и клятву Гиппократа дает на поле врагов спасать. Вот и все. Сейчас. Ты поняла, что я сказал? Чем не согласна? Вот сейчас скажи. Так, ну поднял и там, ну пасай пока. Ну, пусть стоит. Там закрыто, там закрыто. Нет, там не закрыто. Не закрыто, ну обери голову. Открыто, ну подскажи, ты говори, дырку-то можно показать. Поднял чайник совершенно, ну только глазами повернуть-то. Открыто, все, теперь в избу идет дым. Открыто, даже головы не повернул. Вот такие вы на глазах и есть. Много еще-то сказано? Нет? Еще нет? Я про что вам говорю? Про то, что полезно для всех. Я ему хоть раз подошел, сказал, ты выключи, ты это не смотри никогда. Я в нем нуждаюсь. Причина, чтобы туда не уходил, я в нем нуждаюсь. Он разбирается в этой технике, как я никогда не буду разбираться. Я чуть-чуть опять, Никита, не могу выключить. Он подошел, глянул. Бывает, ничего не сделал. Подошел, он компьютер уже испугался его. Сам выключается. Все. И поэтому у меня непрерывно идет работа. Поняла? Посодействуй этому. Это было, ходил и Роман туда. С чем закончилось? Не надо. Он уходил туда с компьютером. И он там сидел, сидел и выискивал то. Тогда была одна плоская земля только. Теперь все у него идет. Самых гнусных врагов церкви нашел. С ними теперь в церковь ходить не буду и прочее. А корешки ведут к тебе. Он ходил и там пропадал просто. Завтракать нигде нету. Там придет попозже, поест где-то. А ты ничего не видишь и не знаешь. Это плохо. Он не вылазил от тебя. Теперь второй туда идет. У нас люди на посиделках, вон, куда? Мы когда собрание, в это время они идут туда. Марина с ними на кухне, идет, в кочегарку туда. 5 человек вышел бы из храма, вышел бы все. Нету. А я ничего не делала. Ничего и не надо. Рождение свыше это все бы погубило. Она о себе об обращении говорит, у меня и не было обращения. Я приехал с Магадана, а Игорь меня встретил в аэропорту и сказал, мы вот теперь православные, ты или со мной, или поворачивай обратно в Магадан. А куда я поеду? Ни квартиры теперь, ничего нету. Все брошенное. Ну, я за мужем пошла. То есть она не скрывает. И поэтому на собраниях ее практически нет никогда. Она там. А там они разговаривают о чем? Она главная сватья в общине. Кто бы ни был, познакомились, с кем, как, все такое-то. Я сказал, купить замок, повесить на кухне, не заходи, детей не запускать. Это опасно. Опасно то, что обжигаться могут быть. Вон они, покажи, как она крылышкой машет. То есть она засиделась, и у нее тренировка. Вот она какая. Я предполагаю, что она молоденькая, ни разу у нее гнезда не было. Он ее учит. Так, Володя. Ладно, там уже где-то. Так вам понятно? Да понятно. Все с Богом. Иди, Никита, тебе понятно? Понятно. Ты можешь что-то сказать? Что я сказал, неправду или опровержение дать? Ну, нет, скажешь, нет, никак. Нет. Я забочусь о тебе. Ты мне не чужой. Не чужой. Вот в чем дело-то. Тем более, я тебе ничего-то такое время лишнее отнимать не отнимаю. Но я сделал, что там возиться, где можете со снегом, вам кидать лопаты. Я пошел, охота помочь-то. Несколько раз вот так вот развернулся, позвоночник опять съезжает. Операция была. Все, я едва-едва домой утеплился и сижу. А теперь неделю не могу встать с утра с постели. Так что я свой организм знаю. Так, с Богом, все, спокойно. Так, так, куда? Вот эту банку-то бери,
Ну, он принесет. Ну, вот и все. Давай с Богом. Спаси не болей. Спаси Христос, Лиза Васильевна. Олег, закрывай все. Кошку там держи. Там гуска у ней. Закрывать уже сразу. И там у ней, когда приходишь. Все на этом. Маленький вопрос разобрали. Садимся за стол.